В ближайшее время Киеву стоит ждать 300 миллионов долларов финансовой помощи в секторе безопасности. Об этом сообщил вице-президент США Джозеф Байден после встречи с премьер-министром Арсением Яценюком. Сполучені Штати підтримують Україну. Ми готові допомагати у тих випробуваннях, які на вас очікують. Раніше США вже надали мільйони доларів на підтримку української економіки. Зараз ми готові надати майже 190 мільйонів доларів для подальшого впровадження реформ. Ми також сподіваємося, що зможемо надати Україні ще 300 мільйонів доларів для забезпечення безпеки в Україні. Український прем'єр заверил, страна готова к проведению важнейших реформ. З боку українського уряду я вас можу чітко запевнити в нашому плані щодо подальших дій. В першу чергу це дерегуляція і зменшення впливу влади на економічні процеси. Друге – це реформа української як податкової системи, так і української державної фіскальної служби. Третє – це боротьба з корупцією на митниці. Четверте – це приватизація. П'яте – це запровадження нових стандартів управління державними компаніями. І тут, пане віце-президент, у нас з вами є чудовий приклад спільної співпраці. Американська адміністрація разом з EBRD спільно з українським урядом накінець-то прийняли статут Національної акціонерної компанії «Нафтогаз», де вперше в історії України запроваджуються незалежні директори в одній з найбільших енергетичних компаній. Яценюк также сообщил, правительство делает все, чтобы привлечь американских инвесторов, и приватизация является одним из путей к этому. Требования Евросоюза для отмены визового режима Украина выполнила на 97%. Об этом пишут европейские издания со ссылкой на источники в руководстве ЕС. Киеву удалось запустить работу антикоррупционной прокуратуры, бюро, начало работать агентство по предотвращению коррупции, приняты два закона о конфискации имущества, приобретенного преступным путем. Несмотря на то, что до середины декабря невозможно завершить план либерализации, Еврокомиссия готова предоставить Украине положительную рекомендацию. Еще один источник отметил, отмена визового режима может произойти в любой момент в 2016 году. Новейший российский военный спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-СТ» утерян. Он был запущен вместе с другим на борту ракеты «Союз-2-1В» с космодрома Плесецк. «Канопус-СТ» не смог отделиться от разгонного блока «Волга». Причина нештатной ситуации – не сработал один из четырех замков, удерживавших аппарат. «Канопус-СТ» создан как аппарат двойного назначения. Предполагалось, что он поможет ученым наблюдать за океанической и гидрометеорологической обстановкой, а военные смогли бы с его помощью вести разведку в море. Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что запуск спутников прошел успешно. Но на следующий день в СМИ появились сообщения о нештатной ситуации с военным спутником. Министерство обороны пока не дало никаких комментариев. Цены на нефть после резкого обвала в понедельник к утру вторника начали постепенный рост. Накануне североморская смесь марки Brent опустилась до 7-летнего минимума – $40.73 за баррель. Американская WTI – до $37.66 за баррель. На этом фоне в России поднялись в цене доллары и евро. За 1 доллар США давали 69 рублей, а за евро – 74 рубля. Напомним, одной из причин обвала цен на черное золото стало решение ОПЕК не снижать квоту по его добыче и при этом не отказываться от фактически превышающих квоту объемов добычи нефти.